Собянин. Это клон Собянина. Там прическа вся другая, там какой-то лысый мужик. Не-не-не, там, ну, сбоку похоже, сбоку похоже, да. А это Сердюкова. Они догадались. Мы стоим. Граждане, проходим, мы быстрее, не стоим здесь, шутил, переходим, проходим здесь, он быстрее. Я тоже здесь, у меня лайки идут. Артём, Никита! Человека с российским флагом задерживают сотрудники полиции, хотя он абсолютно спокойно шел переход. В чем причина такого поведения, до сих пор непонятно. Тем не менее, многих уже задержали, несколько сотен человек. Многие находятся в автозаке, задержание продолжается. Тем не менее, сейчас они проходят более спокойным режимом. Где-то час назад мы могли видеть, даже в том числе и в Крыме, что задержание происходило достаточно жестко, протестующие падали на землю, группировались сотрудники полиции, могли поднять их, по крайней мере, на моих глазах, одного человека достаточно взрослого, подняли, ударили об землю, в котором он был в трудном положении, в том числе сотрудники полиции применяли дубинки, и некоторые протестующие ударили, в том числе, но протестующие, которые были в но какие-то моменты. Мы пытаемся. Взаимодействие сегодня было очень интересно, потому что еще утром было очень много людей. Блогеры, давай, блогеры, вперед. Я уже откомментировал. Ну и вот так достаточно плотно нас вот такими вот такой вот нарушаем и нарушаем закон.
Дальше, как я понимаю, основные события проходят вон там, на Пушкинской площади, там есть люди, и они пока... Туда бы прощемиться. Ты ж там какие-то понял в разборке. Там. Во-во-во. Наклейки надоел. Давай. Либо на обратном пути, просто сейчас эти сотри, вот эти агрессивно настроены, вот это особенно. Я думаю, сейчас он как-нибудь будет вязать. Но мне нравится. Я снимаю. О, смотри, ловит кого-то. Паш! Всех не пересажайте! Стой! Имя, фамилия! Имя, фамилия! Как фамилия? Я же просто начинаю! Девушка, пошли! Чё вы делаете-то? Пойдём! Да! Да, меня тоже хотели, короче, за компанию. Пойдем. Вообще шалею. У вас вообще совесть есть, как я был маленькая, а? Блин, проезжая часть уходит, сейчас туда пойду. Я не на проезжей части. А да, только что вы где были? Молодые люди. Ой, бля.
Давай туда типа перебазируемся. Это тротуар. А это тротуар же, нет? Сквер уходите. Да, люди уходим в проезжей части, что непонятно. Девушки будут. На ту сторону как мы взлетим, что ли? А, тротуар, пожалуйста. Ну вот мы сейчас дойдем до этого. Чем? Да что? За наклейку. Это беспредел. Ребята, вы что, деревья охраняете, чтобы не украли? И как, успешно? Замечательно.